Движение пассажирских автобусов по прежним маршрутам будет восстановлено 4 августа. Напомним, в связи с проведением дорожных работ с 24 июля перекрыты для проезда улицы Октябрьская, Пионерская и часть улицы Выучейского. Изменения внесены в схему движения автобусов, отправляющихся из морского порта и Кармановки. Маршрут номер 6 также претерпел изменения. Автобус доезжает только до площади Ленина и после перерыва следует по улице Авиаторов. На пути к конечной точке предусмотрены две временные остановки, где установлены плиты и дорожные знаки для удобства пассажиров. Как пояснили в АТП, временные маршруты движения городского транспорта длиннее, поэтому отклонения от расписания невозможны. Сейчас мы фактически не успеваем выполнять рейсы. Поэтому получаются задержки практически на всех маршрутах городских, кроме шестого. Все автобусы, которые выходят из Кармановки, с улицы Ленина, делают большой круг через город, проезжают через улицу Полярную, без остановок едут на улицу, по улице Первомайской, обязательно заезжают на площадь, но в итоге получается, что время сбивается, поэтому мы заранее приносим свои извинения перед пассажирами. По данным подрядчика дорожных работ, ориентировочно движение по перекрытым улицам будет восстановлено 4 августа. С временными маршрутами движения городского транспорта можно ознакомиться на сайте atp83.ru.